По одному только расположению автобусов было несложно предположить, что виновником аварии является водитель 22-го маршрута. Пункт правил дорожного движения 11.4 четко гласит, что обгон на мостах, а также под ними запрещен. Пытаясь вернуться на выделенную полосу, водитель переднего автобуса подрезал позади едущий транспорт. Автобус АТП-4 двигался по своей полосе. В этот момент автобус АТП-2 решил его обогнать по второй полосе и подрезал. Загнал его на обочину. Ехавший позади автобус заскочил на обочину, едва не зацепив при этом столб. Экстренное торможение, предпринятое водителем, не позволило городскому транспорту выехать на трамвайные пути. Водитель АТП-2 свою вину признал. Объяснение написали, ждем ГИБДД. В салоне каждого из автобусов находилось по несколько пассажиров. Несмотря на разбитые стекла и резкое торможение, никто из людей не пострадал. В ходе дальнейшего разбора ситуации в ГАИ сотрудники АТП должны будут предоставить записи бортовых видеорегистраторов, которыми оборудован каждый автобус. Артем Агалаков, Искандер Тулбаев, Александр Цергородцев, Эфир 24. Бандитский Петербург. В выходные на телеканале Эфир.